Еще одно дело за лживую Е-декларацию. Чиновник Укрзалезницы Александр Ященко, которого раньше поймали на взятке 4 миллиона гривен, скрыл 7 золотых слитков, 220 тысяч долларов, 13 тысяч евро, ценные часы и прочие драгоценности. Все это в ходе обысков сотрудники прокуратуры Киева нашли в банковской ячейке супруга Ященко. При этом в декларации чиновник указал только 150 тысяч гривен на счетах жены. Теперь имущество арестовали, а на менеджера Укрзалезницы завели еще одно дело.